Я Александр Герен, у меня 5 детей. Месяц назад я узнал, что отец Прейна снова в Лионе, как раньше. Он тебя увидел. Я знаю. Почему он все еще рядом с детьми? По субботам он уводил меня в фотолабораторию и говорил: «Это наша тайна». Я в ужасе от того, что слышу. Я хочу, чтобы церковь приняла меры. Скажу вам прямо, отец Прейна всегда будет священником. Вы знаете о других его жертвах? Они наверняка были. На Прейна была подана жалоба. Просто не верится. Смотри, он среди мальчишек. А я думал, он умер. Надо действовать. Надо найти других жертв. Я всю жизнь ждал, когда можно будет все рассказать. Это важно. Вы хотите подать жалобу на Бернара Прейна? Да, хочу. Это было давно, и, слава богу, срок давности истек. Это возмутительно. Слава богу, значит, к счастью. Я делаю это не в пику церкви, а ради церкви. Мама, помнишь, однажды после урока катехизиса я тебе сказал, что Прейна меня поцеловал? Почему вы не пошли в полицию? Надо было пойти. Прошло больше 30 лет. Мама, отец Прейна до сих пор общается с детьми. Ты вечно дерьмо ворошишь. Страдаешь не только ты. Наконец-то правда выйдет наружу. Нас тошнит от этой правды про священника. Родители только об этом и говорят, и всех занимают лишь твои поганые проблемы. У меня ничего нет, ни семьи, ни работы. В жизни надо что-то иметь. Но свобода слова и есть моя жизнь, а ты ничего не понял. Папа, зачем ты это делаешь? Чтобы такое больше не повторилось. И ради вас. Чтобы вы не боялись говорить о чем угодно.